Всем привет, друзья! С вами, как всегда, Евгений Кощей. И это Трансформеры Онлайн. У нас с вами очередной бот, который мы с вами рассмотрим. И это всеми нами любимый и обожаемый Бамблби. Посмотрим, на что способен этот парень, какие скины имеет, какое оружие, какие спецудары и так далее. В общем, все как обычно. Ну что ж, всем приятного просмотра, поехали! Итак, вот такой у нас парень. Крутой. Я, вы знаете, называю его шустрым. Он реально настолько шустр и быстр, и иногда очень-очень полезен в схватке. Так, давайте посмотрим, как работает его пушка. Ну, это по большому счету дробовик, да? Как летит такая дробина, да, бау, по большой области. Понятно, дальше. Есть у него также меч, да, которым он тоже, по сути, очень неплохо управляется. Дальше, спецспособность. Оу, это молния просто. Флэш, ёптать. Смотрите, да? Просто прочикивает быстренько ботов туда-сюда, туда-сюда. То есть в небольшом радиусе, да, он повреждает сразу несколько ботов, наносит им некие удары, а затем можно в ближнем бою добивать их мечом. Очень неплохо, я считаю. Дальше. Шип. Ну, это быстрое перемещение. Да, вот вы видите, и от первого лица, и от третьего лица, как он это делает. Тоже полезная, я считаю, очень способность. И при нажатии на С он пускает вот такие вот три звездочки, которые взрываются в дальнейшем. Вот как-то так. Кстати, стоит он всего лишь 3888. И я думаю, в ближайшее время мы его приобретем. Ну, я вот, кстати, не знаю. Я вот все-таки хочу прикопить побольше монет, да? Купить сначала дорогого бота, а затем уже набить на Бамблби и на Мегатрона. Потому что, как бы, ну, хочется какого-то эксклюзивчика сначала, да, а потом уже те, которые стоят поменьше, на которых побыстрее можно набрать. И да, мы с вами еще не поговорили о скинах, которые у него есть. Вот такой вот есть второй скинчик, такой он в большей степени оранжевого цвета, да. Угу. Машинка, смотрите, да, как раскрашена. Дальше, вот такой вот черный. Смотрите, как злостно смотрится. Вау. Напоминает какого-то чертенка, да? Такого прям. И последний скин. Оу, это прям как с фильма, да, практически. Смотрите, какой он тут крутой. Я бы не прочь таким скином обзавестись, конечно. Круто, круто выглядит. Вау, какой. Иди сюда. Ну вот, друзья, да, я как-то так вас познакомил с поверхностно с этим ботом. Ну а теперь перейдем непосредственно уже к самим битвам и посмотрим, как он ведет себя на поле боя. Всем приятного просмотра, не забывайте поставить лайкосик, подписаться на канал. Поехали! Попробуем что-то сделать в этой схватке. Попробуем все его спецудары. Ну, он актуален, я так понимаю, все-таки в ближнем бою. Вау. Ничего себе. А, дробовик перезаряжается долго. Это плохо. Так, пока что-то непонятно. Пока непонятно. Хорошо. Перезаведим наш дробашек. Вы там прячетесь.
Хорошо, ребята, хорошо начали. Хорошо. Кстати, смотрите, он поражает, по-моему, дробовиком сразу несколько целей, да, если я не ошибаюсь. О, какая красивая поляночка. Где наши, наши где? Где воюем? Да, я не был на этой карте ни разу, и она очень даже ничего. Тоже бомбалби. Эх, братан, братан, уничтожил меня. Так. То, смотрите, значит, вот таким образом он двигается ускоренно. Хорошо, далее. Так. Теперь нам нужно его спецприемчик проверить. Какая красивая карта, а? Ребя, я ни разу на ней не играл. Танки такие стоят. Отличненько. Хорошо. Ого. Мне прилетело. А вот так вот. А? Как я? Такой ударчик. Отлично. Видели, да, ребят, как он действует? В этом плане, в ближнем бою. Каждым ботом нужно очень грамотно играть. И, конечно же, уметь это делать. Свидания. Что там еще? О, где, где? Блин, сзади обошли. И, кстати, бомбалби. Так, еще нам нужно с вами проверить звездочки, да? Как он бросает, эффективно ли это орудие. Свидания, дабл килл. Что он звезды не бросает, я не понял. Почему-то. Свидания. О, хорошо. Все, нехороший человек. Свидание, я сказал. Во-во-во. Хорошо, не, бомбалби, молодец, молодец. Неплохо его и дробаш, во-первых, действует, да? Кстати, еще хочу отметить, что здесь и команда неплохо играет. Ну-ка быстренько возьмем эту штучку. Рэтчет, ты куда пошел против башика, а? Ты куда? До свидания. Я еще урон двойной. Где вы? Где вы? Кого убить? А вот и звездочки, видели, да? Ах, ты не успел спецудар использовать. Только успеем, нет? Сейчас где-нибудь провернуть. Последнее убийство осталось. Все, победа наша. Ну, друзья, по сути, мы успели с вами за этот раунд попробовать все приемы. Даже заработали какую-то награду. Я на втором месте. И это очень достойно. По сути, я бомбалби играл первый раз. Совершил я 12 убийств. И очень даже неплохо. Те спецприемчики мы с вами тоже посмотрели. Ну что ж, друзья, вот такой у нас башек. А вам бы я хотел задать еще награду выиграть. Какую-то кобру золотую. Пару вопросиков, чтобы вы написали мне в комментариях и подсказали. Во-первых, я хотел бы узнать, кто у нас вот этот парень. Я не пойму, то ли это Breakdown, да, или кто. То есть напишите в комментариях. И еще меня интересует вот этот пацанчик. Очень забавный, с забавной пушкой. Но, к сожалению, я не знаю, кто это. Так что я жду от вас комментариев, чтобы
Вы мне подсказали, я, конечно же, сделаю обзорчики и на этих типков тоже. Ну, а с вами был Евгений Кощей. Не забывайте поставить лукасик, подписаться на канал. Впереди много интересного. Всем удачки, всем пока-пока.